Западноевропейское средневековье интересно, на мой взгляд, помимо всего прочего, еще и тем, что мы встречаем там такие формы организации власти, интеграции общества, которые отсутствуют или почти отсутствуют в новое время. Мы обычно говорим во многом благодаря истматовской традиции о государстве, применительно и к средним векам тоже. С моей точки зрения, это неправильное использование термина. Под государством мы должны, наверное, понимать какую-то систему публичных институтов с определенными функциями, выстроенными в довольно рациональную систему. Мы не будем преувеличивать и функциональность, и рациональность современного государства, но, тем не менее, как принцип, как идея. Подобную систему, наверное, мы можем встретить в Древнем Риме, наверное, в Византии, вероятно, в Древнем Египте почти наверняка, но вот для Средневековья она нетипична, по крайней мере, для западноевропейского Средневековья. Там выстраиваются какие-то свои системы организации общества, и в этом плане очень большую роль играют ритуалы. Ритуал имеет мощную функцию по структурированию, по выстраиванию любых общественных групп, любых сообществ, и этому нас прекрасно учат антропологи, и имя Клиффорда Гирца, разумеется, вспоминает любой медиевист время от времени, хотя, говорят, сам Клиффорд Гирц сначала начитался некоторых работ медиевистов и потом уже выстроил некоторые из своих концепций. Одна из совершенно замечательных особенностей ритуала состоит в том, что он многозначен. Каждая сторона понимает его по-своему, и в этом отношении он не разделяет, не раскалывает общество, а синтезирует его. Ну, скажем, когда в процессе перед императором Фридрихом Барбароссой какой-нибудь датский король несет церемониальный меч, это может быть прочитано датским королем и его соратниками как высокая честь, как то, что он приобщен к императорской власти, а, скажем, приближенными Фридриха Барбароссы это будет прочитано по-другому, как зависимость этого датского короля от Фридриха, вот он выполняет торжественно почетную службу, но он находится на службе у императора. Вот одним из самых важных, наверное, и наиболее часто использовавшихся элементов такого ритуального интегрирования средневекового общества, это, конечно же, коронация. Коронация – это один из инаугурационных ритуалов. Инаугурационные ритуалы или обряды перехода – это один из вариантов обрядов переходов. Нам, конечно, хорошо знаком и по сегодняшним практикам в демократическом обществе. Мы знаем там принесение президентом клятвы или же там проезд в черном лимузине по вымершему центру большого города. Это вот из элементов такого рода обрядов перехода, когда из простого вроде бы смертного, мы при помощи этих ритуалов создаем некое особое качество, личность некого особого качества. Сплошь и рядом, когда мы говорим о Средневековье, это человек, ну, уже какой-то приобщенный к потустороннему миру в той или иной степени. Не случайно, как и во многих других случаях с обрядами перехода, коронация так или иначе связана с символической смертью или изображает, представляет собой символическую смерть. Она может быть выражена по-разному, но лучше всего это видно, например, в случае с возвышением очередного папы римского. Простой человек или простой кардинал превращается в папу, в наследника Петра, именно, точнее переводить именно наследника Петра, в викария Христа. Это резко отделяет его от всех остальных людей. Это означает, например, что перед его возвышением или в ходе его возвышения он должен сменить имя, может быть, даже должно быть разграблено его имущество. Это характерная черта не только возвышения пап, но и некоторых других государей, поскольку он перестает быть членом социального этого общества, этого кружка, он переходит в новое, в принципиально новое качество. Вот коронация тоже представляет собой в некотором смысле, конечно же, смерть человека, смерть простого человека и превращение его, перехода его в новое качество. Европейские коронации сложились из двух совершенно разных ритуалов, каждый из которых имеет свою историю, уходящую очень глубоко в прошлое. Один ритуал – это, собственно, коронование, а второй ритуал – это помазание. У них разные корни, разные истории, но они интегрированы в средневековую Европу.
Европе в некое общее действие. Случилось это не сразу, случилось это примерно с 8-9 века. Происходит объединение этих традиций. Одна в данном случае, если глядеть из европейской перспективы, это римская традиция коронования, когда некий венец специфический кладут на голову императора. А вторая традиция – это литературное заимствование, поскольку помазание вычитано в Библии и восстановлено, реконструировано как бы. Мы знаем, что помазание практиковалось на варварских окраинах Европы, в Вестготской Испании, в Ирландии, похоже, ну, по крайней мере, о нем писали авторы. Может быть, они хотели его ввести в практику, но не использовали. По-настоящему этот ритуал начинает использоваться, ритуаль помазания, с 8 века. И в нем есть совершенно замечательная черта. Помазание ведь не обычный процесс возвышения государя, а процесс, который связан с нарушением всех традиций, какие существуют до сих пор. Библейское помазание того же самого Саула характерно для момента, когда вводится царская власть, ее раньше не было. Помазание Давида – это ситуация, когда Саула нужно свергнуть, неправильный царь. Получается государственный переворот, система государственного переворота. И вот рождение коронации как раз в 8 веке связано с государственным переворотом, когда династия Меровингов была свергнута представителем важного аристократического рода Пипином, из рода Пипинидов, или позже он будет называться родом Каролингов. Этот переворот сыграет очень важную роль, и нужно будет легитимировать власть новой династии. И как раз очень здорово было бы ввести это самое помазание. К сожалению, мы не знаем одного из ключевых, у нас нет ответа на один из ключевых вопросов, было ли помазание в Византии, в центре Европы, поскольку, конечно же, образцы власти в раннее Средневековье, образцы ритуалов раннего Средневековья, они, конечно, из Константинополя распространяются. Историки спорят. Есть такие авторы, которые считают, что помазание там практиковалось очень давно, и поэтому варварская периферия не придумала ничего нового, а просто воспринимает константинопольский опыт. А есть и другая партия, которая полагает, что ничего подобного. Упоминание о помазании в византийской традиции – это чисто литература, ассоциации, чистые метафоры. Никто никого не мазал, это только варвары решили, что нужно действительно выливать какое-то масло на кого-то. Это все грубое предметное восприятие действительности. Византийцы были людьми рафинированными, и только где-то на склоне истории Византии, где-то, может быть, в 13 веке, может быть, и раньше чуть, под западным влиянием они воспринимают эту практику помазания тоже. Но так или иначе, это нововведение распространяется, как мы теперь видим, с 8 века по Европе. Трактуют его современники очень по-разному, в самые разные времена, может быть, очень в нехристианском смысле, даже христианском. Государи. Ну, например, Карл Лысый, один из каролингов, решил совершить помазание от своей супруги, с которой он уже был женат пару десятилетий, на которой он был женат уже пару десятилетий, в надежде, что она вот снова забеременеет благодаря такой процедуре и даст ему еще одного наследника, ему как раз вот не хватало. То есть это совершенно, тем самым процедура помазания или ритуал помазания воспринимается как сугубо магическая практика. Совершенно не в христианском ключе, не в христианском духе, и тем не менее именно ее как бы конструирует, описывает главный теоретик этого времени, придворный теоретик, чрезвычайно образованный интеллектуал Хинкмар Реймский, автор первых чинов, первых документов, первых записей порядка проведения коронационных церемоний. Вообще, мы, конечно, медиевисты, вернее, материал, который используют медиевисты, отличается существенно от материала, которым пользуются антропологи, одной важной особенностью. Мы опираемся сплошь и рядом на тексты. Тексты, которых нет у антропологов, они повязаны, они находятся в зависимости от устной традиции.
Но то обстоятельство, что у медиевистов есть тексты в их распоряжении, делает их жизнь легче, потому что мы сплошь и рядом не знаем, когда, при каких обстоятельствах эти тексты возникли, строились ли действительные коронации на основании этих текстов, или, может быть, они были литературными упражнениями какого-то провинциального интеллектуала. Зачем ему нужно было в его провинциальном епископстве запись коронации, совершенно непонятно. Никакой король никогда в жизни там не будет никак короноваться. Это было очевидно и самим автором. Но важно то, что эти, судя по этим документам даже, мы видим, как происходит экспансия ритуала. Сначала формируется какое-то литургическое ядро, но затем оно распространяется все дальше и дальше за пределы церковного пространства. То есть въезд короля в город сплошь и рядом оказывается очень важным элементом ритуала, уже хотя бы потому, что этот въезд видит много людей, в отличие от того, что происходит в самой церкви. И вот эти нерегулируемые элементы перетягивают как бы на себя смысл, и литургическая часть теряет в своем значении постепенно, с течением времени. С течением времени, впрочем, будет терять значение и сама коронация как таковая. И очень важный момент, разумеется, состоит в том, что здесь происходит не просто возвышение государя, но и связывание его системой довольно сложных обязательств с той элитой, которая участвует в этом празднике, в этом ритуале. Дело не только в том, что государь приносит коронационную клятву. Дело в том, что должны участвовать разные группы его общества, должны быть согласны на то, чтобы участвовать в этой церемонии, в этом ритуале. Должны выполнять свои функции. Определенные люди должны возлагать корону, определенные люди должны проводить церковную службу. И тем самым коронация становится системой такого определенного социального или культурного и политического договора между правителем и между той политической элитой, которой прежде всего он и управляет.